И всем привет, ребята! Вы на канале Мончик, и сегодня мы поиграем в рисовалку вместе с Денисом. Заходим. Мы без звонка, потому что мне, ну, уже ночь, и поэтому мы с ним не по звонку, мы так будем играть. Я зашла, сейчас он зайдет. Ждем, когда он придет. Ну, сейчас и он скоро зайдет. Радуга. Ого, у нас тема радуга. Заходим. Ну, давайте будем выбирать такие, знаете, пастельные тона. Ой, цвета. Для красоты. Ну, вот так вот. Да, мое умение рисовать на высшем уровне. Извиняюсь, что я так тихо говорю и не с такой радостью. Просто ночью, и я стараюсь как-то немножко тише разговаривать, чтобы соседей не разбудить. Так-с. Ну, смотрите, у нас что-то примерно такое получается. Оп, 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 фиолетовый и вот розовый. Вот. Он зашел или нет? Нет, Денис еще не зашел. Ну, сейчас, наверное, скоро зайдет. Пока он заходит, я начну дальше, ну, прорисовывать это все. У меня что-то примерно вот такое. О, вот он и зашел как раз-таки. Тут зашел, а я уже почти закончила с рисуночком. В принципе, я-то уже и закончила. Ну, давайте добавим парочку бликов, наверное. Парочку бликов. Всяких теней побольше, чтобы более красиво было. И давайте лимон, не знаю, может, тут нарисуем, потому что я-то уже закончила. Давайте вот тут вот лимон нарисуем. Да, ровно. А, не, во-во, получилось. Оп, оп. О. Криво, но нормально сойдет. Вот так. Вот так. И вот так. Тут блик сбоку нарисую. Ну, ладно, что-то такое. Но можно на задний план, знаете, вот, такими рывками добавить всякие штучки, дрючки. Ну, не знаю, так, чисто для красоты. Готово. Но я закончила уже просто. Смотрите, у нас там штучка. Пойдемте ее прокрутим. Прокрутим. Ну, и. Чё? 25 монет, прикольно. И, кстати, на сколько мне нужно? Плюс 200-500. У меня, кстати, почти уже скоро накоплю я. Пока мне нечего делать, целую минуту мы будем крутить шар. Давайте его так потолкаем. Почему бы и нет? Так. Смотрите, как получается хорошо. Ну-ка, он туда доедет? А там типа стена или чё? Ой-ой, стой. Почему ты не поехал туда, Давай, езжай, синий. Там стена какая-то для него. Стойте, подожди, сейчас. Мы его... Вот. И я хочу посмотреть, как он отталкивается.
А, ну реально, он как-то вот так вот. Как-то он отталкивается чуть-чуть. Во. Ну-ка, туда упадешь. Почему? Я хочу, чтобы ты упал. Ладно, пойдемте туда его выкатим. Мне всегда хотелось, чтобы он куда-то вот улетел, этот шар. Я его специально вот везде так пинала, но он что-то не улетает. Давайте вон туда, в двери, что ли, хотя бы просунем. Не, ну вы серьезно, он даже в двери не пролазит. Они офигели. Ну, офигели. Так. Все, начинаем. Ой. Ну, 5 звезд, потому что все, в принципе, по радуге. Вот каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ой, это для меня. 5 звездочек. Тоже правильно, только... Стойте, подождите. Тоже правильно. Тут почему-то в прошлый рисунок Соня, где было написано там это вверх ногами радугу. Ну, ладно. Перевернули слегка. Художник. А я тоже так хочу. Я тоже так теперь буду рисовать. Будь здоров. Не, ну я лимоном пометила все. А как еще? Ну, она, блин, яркая вышла. Я хотела пастельную. Ну, хотя, ладно. О, это пастельная вышла. Прикольно. 5 звезд. Мне нравятся красивые работы. Очень. О, еще одна работа. Тоже ставим 5 звезд. Тоже небо кто-то начинал рисовать. Но, знаете, если начинает, то надо с самого начала его делать, чтобы потом поверх просто. И у меня что-то зависло. Ой. Ой, я ей не смогла оценить. Меня зависло. У меня зависло. Ладно, сейчас посмотрим. Выиграл. Ну ладно. А на каком месте я? Почему у меня зависло и даже не показывают? Ну. Ну. Ты блин. О. Капец. Вот и Денис стоит. Не двигается. Вокруг него поводим хоровод, блин. Так, корова. Это типа я? Ладно, да... О, лимончик. Сейчас будем, короче, рисовать шедевр. Это залить надо. Ой, Денис решил заново перезайти. У него что-то залагало, наверное. Я вот это... Я буду рисовать корову. Я не умею, правда, ее рисовать, но кого это волнует? Меня лично не волнует. О, белый берем. Как нарисовать корову? Давайте начнем. Ну, нормально, сойдет. Блин, а 3 минуты. А как я за 3 минуты нарисую корову? Тем более целую. Может, я ее наполовину нарисую? Ну, ладно. Вот такая корова у нас пока получается. Кривая, но получается.
О. О, у нее одно ухо, короче, будет черное. Давайте копыта. Что-то криво копыта, ну ладно. А я не могу их ровно нарисовать. Ну ладно, сейчас приближу. Может, получится. О, получилось первое. Второе. Первое. Второе. Ура! Корова, да почти нарисована. Блин, приветик. У меня 2 минуты нарисовать лицо коровы. Ой, я что-то там натыкала. Да ну ё-моё. Не, ну смотрите, мне нравится. Кривая, но красивая корова. Ой. Так я же выбрала черный. Не, мы не будем выделять. Смотрите. Я забыла титьки у коровы нарисовать. Титьки у коровы. Мне некогда написать, как у меня дела, потому что я титьки коровы забыла нарисовать. О, давайте дальше детали дорисуем, которые мне не хватает, в принципе, на моем рисунке. Что-то примерно такое у меня сейчас получается. Раз, два, раз, два, раз. Не, что-то много. Ой, несколько секунд. Ой. Ой-ой. А хотя не, нормально. Наверное, ей не точно, но нормально. Ну, что-то такое. Готово. Я сердечко забыла дорисовать. Я сердечко забыла дорисовать. Сердечко. Я нарисовала сердечко. Так. У нас же Денис играет. Ой, лимон. Подождите, у нас же Денис тут? Да, Денис тут. А то мало ли. Блин. Одна звезда. Корова. Божья коровка, блин. Моя работа. Кривовато, потому что там тут точки какие-то, тут титька не дорисована. Ну ладно. Это максимально все, что я могла. Ё-моё. Ня-по. Короче, корова не дорисована. Оценивать я это не буду. Тут нету работы. Вообще никакой. Не успела, наверное. Фига, корова! Фига себе, корова! А как? А как вы нарисовали? Одна звезда. Корова шок-контент. Черная. Это кто? Ё-моё. Не буду оценивать, тут только задняя чисто планка. Коровье что-то и все. Ну блин.
Я офигеваю с той коровы. Ужас. Мне корова не похожа. А у меня похожа? Блин, на каком месте Денис? Денис на последнем. А чё? Чё Денис нарисовал такого, что он наш на последнем? Ладно. Я к нему. Я к Денису пришла. Это все, что я могу написать в чате. Я поезд. Ёлки-палки, как я поезд тут нарисую, если я корову еле как нарисовал. Ну ладно, давай. Допустим. Вот это... Ну это вот все. Подожди, давайте лучше зальем все, а небо я отдельно подрисую. Ну, то есть... Глупо, конечно, но а почему и нет? Небо дорисовано. Сначала я нарисую все основное, а потом я буду рисовать уже недостатки. Сейчас нарисуем облачка. Ну вот. Кривое что-то. Я не умею рисовать шибко, ничего такого, но... Допустим, что-то я такое нарисовала. Вот у нас солнце. Ужас. Мне кажется, от этого солнца можно сдохнуть. Ну ладно. Вот, вот и вот. Ну как в принципе, ностальгия. Так, трава. Подожди, траву не нарисовали. Трава. Что нам трава-то? Вот трава. Ну, допустим, такая. Дальше мы идем вот в эту палитру, забираем отсюда вот это. Забираем вот так. Начинаем рисовать рельсы. Сначала рельсы такие... Подождите, там же наоборот. Там же наоборот. Или я туплю? Там же вроде бы вот так. Да, там вот так нарисовано. Я что-то вот сейчас затупила. Так. Во. Теперь давайте возьмем и будем рисовать самую основную часть поезд. Давайте он у нас будет, допустим, вот такого. Ну, вот такого цвета. Ну, я вот так вот его нарисую примерно. Я не знаю сильно, как поезда выглядят. Я их видела, господи, пару раз. И никогда не ездила на поезде. Поэтому я не знаю, как оно выглядит все. Ну, что-то вот такое. Мы нарисуем за минуту. За минуту мы должны нарисовать остальную часть поезда. Весело, конечно, но мне нет. Потому что я не знаю, как выглядит поезд. Допустим, давайте нарисуем ему окна. Ну, там же есть вроде бы, да? Тут вот окно. Я знаю, тут есть окно. И все. Ну, больше я ничего не знаю. Что есть еще в поезде, ё-моё? Ну. Ну, я не знаю, это какая-то штука. Among Us, блин. Я не знаю, как поезд выглядит. Наверное, так. Давайте... Ну, сердечко хоть нарисуем.
Подождите. Я знаю, это, конечно, не очень хорошо, но... Детский контент. Ну, ребята, извиняюсь. Но а что я еще добавлю? Я не знаю, как дальше поезд выглядит. Давайте нам спросим. Как поезд выглядит? Как поезд выглядит? О, музычка появилась. Прямо под конец. Ну, смотрите, это все, что я смогла сделать. Как поезд выглядит? Ну, вот, это который я видела с единицы больше, я не знаю, как выглядит. Ух ты ж, ё-моё. Ну, две звезды. У нас рельсы, к сожалению, летают над травой. Дорога. Ну, типа... А, или это поезд такой? Ну, одну звезду, может, это поезд такой, я не знаю. Ёлки-палки. На Титаник похоже. Реально, на какой-то Титаник. Ну, две звезды. Почему он едет на... На чем ты едешь, ёлки-палки? На вот это не смотрим. Смотрим на сердечко. Among Us, блин, фигов. Вот, кто-то нарисовал праздничный поезд. Три звезды. За то, что рельсы чуть-чуть не так нарисованы. И там банан лох. Это Денис. Банан лох. Нартанки. Ёлки-палки. Денис. Гений. Чисто знаете, когда не знаешь, как поезд... рисуется и нарисовал, ну, написал просто то, что есть, все. Тут на третьем месте. А чё Денис? А Денис на четвёртом. Где Денис? Денис! Ты чё, с какой-то бабой стоишь? А я чё такая маленькая по сравнению с ним? Шо я такая маленькая по сравнению с Денисом? Денис какой-то большой. Воздушный шар. О, интересно. Как выглядит воздушный шар? Оп. Ну, наверное, так. Я вот так вот сделаю здесь. Ну, типа это так и должно быть. Чисто для красоты. Мы это потом подправим. Главное сейчас воздушный шар нарисовать, который я не знаю, как выглядит. Ну, допустим. Блин, подождите, сначала облака, потому что потом с этим заморачиваться, это прям будет жопа. Ну, вот так. 5 облачков, блин. Теперь рисуем шар. Ну, я не уверена, что это так должно выглядеть. Ну, ладно, мы это упустим. Потом мы возьмем... Вот так. И рисуем вот так. Вот. Не, ну... Нормально. Как? А, не, нормально. Я поняла немножко. Короче, сейчас мы должны нарисовать... тут коричневый прям... такую, ну, штуку сидеть, в которой будем, а вот тут это полосочки нарисуем.
Ой, вот так. Да, вот так можно. Какая тут была, ну, блин, ну так пусть будет, допустим. Давайте нарисуем как-то небо красиво. О. Не знаю, я вот так нарисую. О, 2 минуты еще осталось, а мы вот уже закончили почти, что мы уже просто, знаете, над небом работаем немножко. О май гад, какого ту-ту-ту-ту-ту. Не, ну я что-то вот такое смогла сделать. Нарисовать. Подождите. Я сделаю для Дениса мини комплимент. О, вот так вот. Пусть вот так вот будет. Давайте нарисуем облачка. Сзади чуть-чуть так подправим их. Вот тут можно облака, знаете, добавить по причине, потому что у нас тут пусто просто. Ну и все. Нажмем готово. Я не знаю, что больше можно добавить. Ё-моё. Тут есть мяч, который можно попинать. Ё-моё, там с ума сходят люди. Где мяч? Вот он. Давайте попинаем. Давай попинаем мяч. Ой, он сам улетел. И сам себе гол забил. Он просто стоит и сам по себе. Забивать будем вот так вот вечно гол. Так, а ты чё? Ты же там уже. Во! Криво, ну и пошло все в жопу. Что я могу купить? У меня почти 1000 монет. Что я могу купить? Улучшение эффекты. Я могу сердечки купить. Купить сердечки. Давайте. Я купила сердечки. О, Денис! Я рядом с ним стану. Так, что у нас есть? О, господи, шар с любовью. 5 звезд. Люблю любовь. Я хочу съесть конфетку. Ё-моё, это что? Это пончик, который взлетел на 2 шарах? Одна звезда, я не понимаю, это воздушный шар, пончик или что? Моя работа. Почему облака серые? Ну, ладно. Что-то примерно, ну, такое получилось. Я, конечно, не говорю. 5 звезд. Это, скорее всего, Дениса работа. Судя по последнему заданию. О, почему? А, воздушный шар. А я думала, воздушный шар это этот, который другой. А это воздушный шар другой имеется в виду. Блин. Вот не одна я подумала так. Где работа Дениса, я не поняла. Где она? Вообще-то я ее тоже залайкала. Где? Где его работа? А, он на 4-м месте. Весело. Так. Где Денис? Опять какой-то девочка стоит.
Тотти, господи. И кучу придумаю, в следующий раз сделаю. Десерт. А, десерт. Я придумала десерт. Короче, берем вот это. Вот. Ну, вот так вот типа рисуем. Такой треугольник. Мы его давайте вот так нарисуем. Это, короче, знаете, тортик, наверное, будет. Мы его так нарисуем, чтобы он это... Ну, типа ровный был, и нам потом не брать, если что, заново этот цвет. Блин. Берем теперь чуть-чуть меньше кисти и вот так вот тут. Вот. Вот. О, что-то такое получилось у нас. И вот так. Теперь берем красный, ну то есть розовый. И рисуем вот так, ну, вот такие движения. Это, короче, будет у нас поливка сверху. Уже 3 минуты осталось дорисовать, а я еще поливку какую-то рисую. Ну, допустим, вот так пусть выглядит. Мы это вот все это вот так поправляем вот таким делом. Вот так. И вот тут рисуем. Эту вишенка будет на тортике. Круг нарисовать как? Нарисовала. Теперь давайте нарисуем эту пенку, которую вообще я должна была в самом начале сделать. Ну ладно. Вот так. Короче, эту пенку мы вот так. Подождите. Короче, я поняла, что сверху надпись это не то. Ладно, давайте возьмем ластик. Это будет быстрее. Так. Все. Продолжаем в том же духе. Тут продолжаем. Тут также вот всякие такие штучки добавляем. Сердечко мы забыли добавить. Вот в этой палитре мы берем... Еще вот это. И вот тут мы, ну, вот эту вот берем штучку. Все, я закончила. Можно добавить всякие вот такие штучки, только готово. Где Денис? Вон он. Вот он уже бегает вовсю.
Да я, блин. Ну ладно. О, мой первый сразу же. Прикольно. Съем еще конфетку. Капец, сколько я конфет тут сожрала. Ой, ё-моё, это что? Ну ладно. 5 звёзд. Прикольная штучка. Зеленое сердце. Весело. Так. Что у нас дальше? Меня Денис не стал заморачиваться, поэтому ладно. Все равно 5 звёздочек. Так, это что? Ё-моё. Ребятуля, это что такое? Вкусно. А что вкусно-то тут? Ничего нет. О, Денис. На первом месте. Хе-хе-хе. Он убежал куда-то. А я хочу вот эту штуку нажать. Так. Опять мой рисунок не угодил. Инопланетянин. Подождите, я кое-что придумала. Это не то, что инопланетянин, это мускулистый инопланетянин. На аватарку себе потом поставлю. Это мускулистый инопланетянин. Ну смотри, те, что у меня получается, ну, могу сказать, это похоже, блин. Во-во, я похоже нашла оттенок, вот, сейчас буду его обводить. Это Костя. Так. Подождите. Я придумала еще смешнее, как сделать. Подождите, сейчас. Это же место должно быть кое-чем другим нарисовано, но... Так. Я не могу это прям... Пипец. Ёлки-палки, давайте ему бантик нарисуем сверху на голове. Это наши одноклассники.
Это наша одноклассница. Я не могу, что ей сделала. Это просто, ну, в один в один. Да ну, ё-моё. Будь здоров, ребятули. Подождите. Молодцы. Ой. Не, сейчас это Артём. Это Артём. Ну, это Артём. Ёлки-палки, куда я? Кто меня двигал? И кто это бегает? Подождите, что за нега? Фу. Блин, не то что фу, просто кто ты? Там пусто, никого нет. Тут тоже никого. А вон и Денис. Куда ты убежал? И без меня. Убежал и без меня. Он там в земле бегает. Ёлки-палки, это что такое? Ну ладно, тут лимон в руке. Прикольно, инопланетянин, видно сразу. Не знаю, чья это может быть работа, поэтому ставлю 5 звезд пока что. Потому что я знаю, чья это может быть работа. О, блин, прикольно. Тоже 5 звезд поставлю. Тоже реально прикольная работа. Халк какой-то. Ёлки-палки. 5 звезд. У меня есть подозрение, что это сделал Денис. Ну. Пять звезд. Конечно, решили сначала нарисовать этого инопланетянина, а потом небо, потому что, ну, судя по тому, что там на оттенки были. Почему я лежу? Это что за нега? А, Артём на последний... Ой, Денис на последнем месяце. То есть это был все-таки тот инопланетянин, которого я изначально, мне кажется, сделала. Пока Денис думает, я займусь важными делами. Может, другое? Давай. Денис во что-то другое хочет. Ну, давайте тогда на этом моментике мы и закончим. Ну, а с вами была я, София. Всем пока-пока, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую, ну а пока.